Друзья, всем привет! Вот так вот я накрыл, потому что сегодня получилось, ну, половину сделал, листы есть, загвоздка только вот в этих балках. Ну, я сегодня был на пилораме, взял шалевки вот такой вот, и так одним глазом посмотрел, вроде есть там, знаете, такой длиннее, ну, их пиляют 4-метровые, а может, если 4-10, то мне пойдет, а вот сюда на край я добавлю, например, 50 сантиметров. Ну, собью, потому что, ну, неизвестно, когда будут эти 4,5 метра. Поэтому, ну, уже, думаю, накрою хоть чуть-чуть, потому что, друзья, сегодня, как сказать, дождь идет целый день. И я у индюков там хоть и немножко осталось, ну, я туда, если я пойду сейчас, я там наделаю, короче, делов таких, что индюкам-то все равно они легкие, а я там намесю этого и в сарай же буду ходить, то есть наношу всякого, всякой земли, короче, не стал делать, думаю, сделаю накрытие, ну, начну, по крайней мере. А здесь уже, когда балка кинется, я туда подсуну.
И все, и как бы оно будет нормально. Ну, короче, сделаю, друзья, это мелочи жизни. Давно я же, сами понимаете, что давно хотел сделать. Часто пишут, а надо двор весь закрыть, друзья. Я сегодня посчитал. У меня только саморезов на этот накрытие пойдет на 500 гривен. Так что, друзья, весь двор это очень дорого-богато. Поэтому хотя бы вот такое, если, ну, уже по-любому оно сделается. То есть уже начало положено. И, как сказать, если летом, там, допустим, что я сюда, тиски, там, вдруг дождь, я всегда там что-то делаю. Или там машина сломалась, здесь неудобно ее делать, например. А сюда заеду, здесь нормально. И Володьке плюс тенечек не будет капать, если летом он может тут полежать, позагорать. Да, Володька? Ну, короче, друзья, я доволен, сделал. Вот такое получилось внутри. Ну, получится где-то 4 ряда будет листов по 1,20 м. Один лист 2,40 и 2,40. Почти 5 метров, друзья, в ширину, а в длину 4,5. Ну, такое накрытие. То ли там, вот, допустим, когда вот мы кабана убирали. Вот здесь я делал такое накрытие, потому что был дождь. А сейчас можно будет в любое время. И все будет отлично. А уже на днях индюки переедут. Вот они. Одни глаза светятся. Ну, темно, друзья. Сейчас еще поубираю здесь немножечко. Катя уже пришла. Ну, а я уже закончил. Осталось вот эти куски. Эти тоже мне пойдут, шалевки. О, ты уже убираешь, да? Зайка уже убирает, коты лежат. А, мышу принесли, да? Друзья, получается, сушки я назад собрал и сюда повесил. Думаю, пускай там, где они висели, капает. Думаю, пускай уже скоро туда-сюда их уже будем давать. Друзья, кстати, еще хочу сказать по поводу арбуза. Вчера начали много писать, кто, может, переживает, что я Кате не дал. Она мне сразу сказала, мне не давай, я не хочу. Тем более на камеру она не будет есть. Ну и у нас, друзья, я хочу сразу сказать, всех успокоить. У нас такого нету, что я там, допустим, сам что-то съел. Я наоборот всегда, если что-то нам там, например, вкусное угостили, я говорю, да я не хочу. Я такое не ем, ей отдаю. Она, например, почему мы... И у всех же вкусы разные. То есть она арбуз вчера вообще сказала, я его вообще не буду есть. Если у меня, например, вот даже груши я себе покупаю, но если она захочет, она ест. Она любит, например, гранаты. Покупаем чисто ей. Я их не ем, друзья. Ну, иногда возьму, кину пару зерен. И все. Вот сегодня ездил по саморезы, Кате взял яблоки. У меня груши есть, мы в этом взяли. Она больше, чем груши, ест яблоки. Поэтому не переживайте, я всегда ей отдаю самое лучшее, друзья. Сам не буду есть, а ей отдам. Да, зайка моя? Да. Ну, а вообще, на самом деле, я ей ничего не даю, сам все съедаю. Да, зайка? А ты здесь, маркиз занимается... Кс-кс-кс. Друзья, там спрашивают, что ты их зовешь? Я их зову, потому что, как сказать, чтобы они обратили внимание. Вот смотрите. Кс-кс-кс-кс. Ага, сейчас. Сейчас они будут есть. Вкусняхи ты уже даешь им. Так, а что тут? Архаровцы. Скоро будет, друзья, потомство. Так, сколько их тут? А ну-ка, раз. А, там те сидят, архаровцы. А ну, кш-кш-кш. А ну, текай. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять штук.
10. Не, я не смогу за собрать. Ты сама собери. Друзья, Катя здесь управляется, и я такой сюда, считай, не заглядываю. Когда они были там, там я управлялся, а здесь Катя. И гнездо, здесь лучше. А, да, там стало в гнезде лучше нестись. Они. В том, сначала, когда здесь стояло, они вот здесь неслись. Да, ну и вот по всему этому загончику. А потом видно, что там в куче они несутся. Да, да, я хочу. Эти уже едят. Еще не убирали, друзья. Сейчас будем все убирать, чистить. Пумба. Ну, потом придем. Вон они. А ну, подожди, постой тут. Подразни. Ага, ага, оп, чик-чик. Опа. Вы видите, что творит? А? Да, скоро будут выпрыгивать. А что ты им там, что ты их обдуришь? Что тут? У нас отходы с кухни. А, с кухни отходы, друзья. А, это эти пельмени, да? Домашние пельмени, вода. Да, кстати, друзья, мы... Катя еще любит очень пельмени. Мы налепили пельмени. Мясо теперь есть, мука есть. Налепили сколько? Килограмм 5, наверное, да? Уже второй раз. Вот, и Катя покушала сегодня пельмени. Меня звала, я говорю, не, я не хочу, не пройду. Опа, опа. Ого, пятнашка такая, да, уже? Чуть-чуть на нее. Архаровка. Все, потом я им гарбузов дам. В этом месяце сколько ей будет? 4, да? Нет. Это этим 4, а ей 3, да? Не, ей было уже 3. И четвертый месяц. Посмотри. Да, да, и четвертый месяц уже. А ну глянь. Глянь, дай. И я потихонечку уже начал брать и выбираю такие самые-самые хорошие, сюда переношу. Потому что, друзья, скоро получается, как сказать, надо будет тот загончик освободить. Скоро и козлята будут, их тоже надо будет туда, получается, в январе. И может поросят там, ну, короче, надо, чтобы освободился тот загончик. Этот сильно большой, а там более, как бы, и мы ходим туда, и они не будут видеть ни козочку, если шо, через это. Так они увидят, мы, как вы знаете, от коз сразу забираем козлят. Поэтому я потихонечку, лучше пускай, ну и как раз заодно переберу, где плохие, я их выкину просто, да и все. А целые там хуженькие, знаете, как вот то есть такая, яблоки положили в подвал и ходят, постоянно берут, которые испортились. И весь год, всю зиму едят гнилые яблоки. Подожди. Кстати, им нужно праздничный ужин, у них сегодня день рождения. У кого? Сколько? 4. 4 месяца архаровцам. Да, а ей 15 числа будет. А 14 числа будет 4 месяца, друзья. На 2 недели получается, от них младше. А, ну да, да. Ну, такие вот архаровцы. Ну, растут, растут. Потихоньку. Ты, голова, что ты тут толкаешь всех? Самая большая, что ли? Ну да, она больше, их, наверное, надо 4, чтобы было, как она одна. Ну не 4, 3 точно, да? Угу. Ну, друзья, позанимался, построил, сейчас будем этим еще давать. У Жасминки, конечно, животяра. Там и много кто написал, даем ей только сена. Немножечко Катя дает овса ей. Ну так, чисто символически. И вода, все. Потому что, ну реально, я не знаю, ну как, мы то понимаем, что надо делать. И много кто из вас подсказал. Короче, меньше сочного корма. И я Катьке тоже по чуть-чуть даю, потому что, ну как бы, чтобы Жасминка не ревновала. А? Никак не хочет вообще, я не знаю, у нас
Ну, первый раз такое, ну, как бы коза, хотя и козы, и молоко было всегда, ну, хорошо давали, и белка была, очень много молока давала. Ну, а сейчас вот я не пойму, она такая огромная стала, я не знаю, как мини-корова какая-то, да? Ну да, и пьет она много. Прям... Воды пьет много. Ну, живот, конечно, вообще у нее. Жасминка. Гляньте, какой. А я когда этот, даю ее. Ой-ой-ой. Не. Я когда даю ее, она животом ложится мне так на плечо. И я чтоб ты держала, да? Держала ее, да. Ну, Катька, конечно, тоже молодец. Поправляется, да? Катька меньше все равно. Катька такая где-то как белка, да, стала, Зай? Уже вот сейчас. Наверное, только без рога я. Раньше начнем запускать, потому что она, да, потому что приблизительно она дает, тоже очень много молока дает. Так она меньше на сколько, гляньте. Нема яиц у них? Нету, я смотрела. Где яйца, вы? А? Где яйца? Что, два только снесла и все? Нема яйца, да. Перерыв, она устала. Чик. Ну выходи, выходи. Кипиш, давай. Давай, я отойду, чтобы они не боялись. Маркиз. Чик. Давай, выпрыгивай. Чик. А тут белый что-то не хочет. Ой, Зай, ты прошла? Я думал, там кто-то ходит. Опа, позалазили. Кота увидели, позалазили. Да, видите? Они так как бы заметно опустились. И вон и портится. Ну, я же говорю, выберем хорошие. Я то не даю им те плохие, я их сразу выбрасываю. Я не даю, чтобы я... Лучше пускай они хорошие поедят, потому что, чтобы не было такого, что они ели гнилые яблоки всю зиму, да? Пумба, конечно, тут сидит возле этих арбузов. Все пожрал, Зай. Опа. Друзья, там еще говорили, что я его чешу против шерсти. А потому что... Туда, видите, не чешется. Только сюда надо тянуть. А ему все равно, против шерсти или за шерстью. Гляньте, где стоял, там завалился. А нет, чуть-чуть он не выждал. На кормушку, как на подушку лег, да? Все, и сразу задрых. Ох и кабан. Он не будет. Ему если и подсыпать, он уже не будет. Гляньте, он молоко ждет только. Угу. Все равно, где упал... На корыто положил. Такого кабана, конечно, у нас еще не было. Семка был такой у нас когда-то большой. Ну, я его тяпкой чесал. Да, да. Помните, я тяпкой его чесал. Ну, все равно не так ложился, да, как этот? Да, этот вот все спит. Пумба. Задрых. Жизнь малина. А этих, а ну. Мне еще нравится, знаете, что? Сейчас я вам попробую показать. А ну-ка, муха. Ой, Фиона. Вот так вот. Ее, видите, у нее не такая шерсть, как у Пумбы. Ее можно вот так вот чесать. Вот так. Стоит. Какая девка. А, козы бодают их. О, вот еще одно яйцо. Да? Еще одно было, да? Да. 11 получается. Да, вот под батареей. Ну, друзья, 11 яиц, в принципе, нам пока предостаточно. Мы не продаем. Ну, и как раз туда-сюда через 2 месяца уже новые начнут нестись. Ну, если все благополучно, конечно. Ух ты, гляньте, сейчас ее завалю. Ой-ой-ой, а ну давай.
Глянь, 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 зай. Посмотри. А та, блин, что она? Давай, муха, вались, вались, вались. Ой. Выворачивает, выворачивает мне живот. Вот. Только эту надо заходить вот так, друзья. Я ее всегда чешу, когда чищу у нее. Давай, 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 муха. Давай, давай. Вот, гляньте, она сейчас чешется, гляньте. Как будто об этот. Ты видела, зай, как она делает? Глянь, глянь, чешется, как будто этот. Ну, все. Я так бывает, ее почешу немножечко. Вот так. Муха моя. Все, что там, поросятка? Давай. Ага. Давай. Вот так выворачиваю живот. Давай. Давай, давай, девка. Давай. Такая девка. Щеки, конечно, у нее тут. Гляньте, друзья. Вот такие щеки. Скоро будут поросята. И мне так интересно, я вот это всегда зайду, я немножко почешу, и она такая класс-класс, как будто чешется об что-то сама. Не? Не хочет. Ну. Хочет, но не падает. Чесаться хочет. Ого, выела, хорошо, молодец. Ну, аппетит хороший. А это не муха не съела, зай. Съест она потом, да? Молоко добавлю, да. Это ж дед молока. Молоко все. Угу. Пумба уже если добавишь не будет, а эти доедят. Ну, друзья, все, будем заниматься. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока.